Ник какой у него? Гудмоды он, генералиссимус. Ну алло, у меня запись ее включится. О, гудмоди он, это он, ребяточки, видео. Спустя 10 лет я встречаю гудмоди она в танках онлайн. А где он? Где гудмоди он? А что будет? Бабки будут? Где он? А, во, вижу. Ой-ой-ой, сейчас в Рывалову пойду я за мамонтом. Чёрт. Ребяточки, даем контентика. Сразу, мамонт. Сразу. Берешь, делаешь? Сразу, мамонт. Мамонт, пошла движуха. 30 урона, рабочая. Работаем, ребята, поехали. Я мамонтелла есть. Оудишка есть. Работа есть. А, он бежит. Нет, стой, чел. Давай сюда, контент. Урон не наносит. Чё за прикол? Чё просто там? Я въехал в него и даже урон не пошел. Чё за рофл? Продлёнка. Продлеваем. Делай. Ну давай, Артём, ну хоть оверки свои нажми, не жмося. Так в смысле, я не могу доехать до него. Ну нажми просто аудишку свою и все, ворви в него. Давай, пошла движуха. Ну сколько у него хп, боже. У него очень много, он еще аптеки жмёт, если что. Ептить, я просто въехал уже два раза в него. Давай с двух сторон, Артёмка, ну делаем. Артемочка, делаем, где делаем, он? Делаем. Я вжимал его еще, одну нажал. Давай, быстро, Оуди. Ну, бежит. А, Габелла. Догнать не могу. Давай. Ну почему лагает этот мамонт овердрайв? Боже, ну что это за дичь? Еще и мамонт оудишка лагает. Габелла. Я уже три оверки нажал и так его и не слил. Офигеть, чё за рофл? Как это работает? Просто как но это я сегодня, работает? Я играл с ним, я ещё, ну, мы его всей командой били, мы его не убили. Просто с защитником, как будто бы чересчур имбаланс. Есть контактик, сюда заехало. Ну и что будет? Контейнеры попадают сразу. Давайте контейнеры сюда. О, просто голды? Не, ну okay. Как будто должны контейнеры падать. Все-таки это гудмоди он. О, справа один у нас на базе. Ну как будто бы контейнеры должны быть. Не обычные тысячи падают, серьезно. А сколько их штук? Серьезно, обычные тысячи падают. Эх, да уж. А я реально думал, что падают контейнеры. Два голда упало и все. Нет, где бабки? Светлана, разворачиваемся. Алло, прием. В минус. О, все, Джаггер в минусе. Дома. Он дыл нажмет. Да? Не, он не жмет. Артём. Добить. Так контент. Я тоже упал так же сам. Если он лежит, сейчас я на него овер нажму. Давай. Делаю сейчас. Делай, Артём. Делаю. Делаем. Сейчас бабки пойдут. Не, как будто контейнеры должны падать. Меня добил Хантер, ну боже, бездарь. Но у меня 60% такой овердрайва. У меня только 60%. Туда ему 3000. Давай, тушеночку. Оп, туда ему гранатку. Блин, промазал гранаткой. Ману, по 10 урона как будто рабочая. Как будто по 10 урона рабочая. Артём готов, не жалеет овердрайвы свои. О, пошла движуха. Сел сверху на бутерброд. Этот ботинок еще и нажал свою, ну чё? Меня его бомжи бьют. Бездарные. 80% овердрайва. Сейчас будет контентик, ребячки. Сейчас будет. Он просто лежит в минусе, его даже не слить. Пиздец. Артём в тилте. Да ну бомжи какие-то нахера не бьют. Ну так они не хотят, может, бабки отдавать. Катка просто салатная. Давай, урончик. О, гранаточка вкусная. От гранаты урон, кстати, проходит нормальный. Сколько? Максималочка проходит. У меня 98. Сейчас Делай. Будет движуха. Сейчас будет движуха. Может, всё, летим. Летим. Пошла движуха. Тебя шар целит. Все, дома. Давайте бабки сюда. Бабки. Баблицо. Ну, как-то мало падает. Как будто, ну, за джиггернаута должно нормально сыпать. Там как будто там такое. Вот 15 овердрайвов сразу должно быть.
в ряд. На одном мосту слева голды. Да, да, да. Чисто на одном мосту. Ну, три голда, ну ептить. Не серьезно, не Артем? Ну, не делаем, не делаем. Боже, доехать бы, пиздец. Меня слили. Габелла. Так, все, 20 киллов осталось до конца каточки. Ну, как будто еще одного джаггера. Не, уже овердрайв, походу, не накопится по ощущениям. Как будто не будет аудишки. Он вышел. Да, все? Да. Все, наигрался? Фу. Фу. Ну, два раза долбанули, в принципе, пойдет. Фу. В принципе, пойдет. Только каточку бы еще бы выиграть. А, выиграть, да, понял. Посмотрел на счет, выиграем каточку сейчас, ребятки. Сейчас победа будет. Это немного нечестно, что он заходит в ТДМ-ку. Потому что, типа, у тебя фул команда в него урон вкидывает, а тебя просто избивают в это время. Ну, да. А, да не, говно. Ну, как будто за стрим снайпил просто. Ну да, я тоже так думаю. Как будто чисто на стрим снайпил ворвал. Как будто бы чисто... я бы хотел, чтобы ты мой профиль за банкой начеркнул. Чисто стрим снайпанул. По-вкусненькому. Каким бы мега голды полетели, была бы грязь. Вот это да. Ну да, ну так это было бы реально интересно. Я думал, что будет что-то вкусное, либо контейнеры хотя бы. А когда, помнишь, эти помощников тоже так же само надо было убивать. Они же тоже скидывали по три голда. Да. Ну. Три голда, а что это есть? Три голда. Причем этого гудмода же еще так анонсировали, круто. Ну да. Могли бы как будто и мега голды бросать. Тогда было бы реально интересно и вкусно. Алона.